Для настоящего туриста не существует преград и непроходимых троп. Это доказывают участники Всероссийского фестиваля юных туристов-краеведов во Всероссийском детском центре «Смена». Сегодня мальчишки и девчонки отправились в поход на Экономическую гору. Ее высота составляет около 120 метров над уровнем моря. Прежде чем оказаться на горе, юные краеведы преодолевают небольшую реку. Когда все преграды пройдены, для юных туристов открывается главное – неповторимый вид на Черное море и поселок Суко. По словам ребят, поход подарил яркие впечатления и хорошее настроение. Это очень классно, что мы поднялись все вместе, очень красивые виды открываются. Я на самом деле второй раз уже в смене, и я очень хотела сюда попасть. Я рада, что мы пошли опять на Экономическую гору. К сожалению, мы в прошлом году не успели пойти, но это очень круто, когда ты второй раз попадаешь сюда и видишь все эти виды, аж слезу прорывает. Впечатления просто незабываемые, нас никто не отставал, все прям держались молодцом, дошли всей кучкой, открывается просто невероятный вид на город Анапу, на ВДЦ «Смена», на море, конечно же, просто вот хочется передать, но это невозможно передать словами эти ощущения и эмоции.